Привет, друзья! Я вам расскажу сейчас, когда я ассистировал, будучи студентом медицинского института, великому Феликсу Заху на эстраде, который проводил гипноз, массовый гипноз. Что он делал? Во-первых, на плакатах везде, которые людей собирали, был Феликс Зах, было написано «Феликс Зах», но при этом он был в таких больших, массивных черных очках. А вот когда люди приходили, рассаживались полные залы, они видели, что нет, все наоборот. Послушайте, на этих плакатах он был без очков. А когда они приходили, он был в очках. Внимание, следите. Его, значит, он брал за оправу очков и говорил такое. Сейчас я сосчитаю до 15. Держите руки так, чтобы пальцы переплелись. А вы сейчас делайте так, потому что я соединил, как я делал тогда, ему ассистировал. Потому что я там за кулисами стоял. Если кому потом там во время того, как он внушал, что вы цветы собираете, они все собирали цветы, или что вы лезете на дерево. Ну, кому-то там астматик собирал цветы, там, допустим, мнимых, которых не было, он им внушал. Ну, вдруг у него астма. Я его уводил на сцену туда, его погружал глубже в гипноз и выводил из приступа. То есть я вот тогда уже научился гипнозу. Но послушайте, а сейчас я соединю вот это, вместо вот этих внушений Заха, загадайте себе желание. Желание загадайте, что вы хотите, чтобы после нашей встречи вот сейчас у вас в жизни улучшилось. Ну, в самочувствии. Какие способности хотите, чтобы у вас открылись? Настроение какое стало? Или чтобы завтра какие-то события новые стали происходить? Ну, загадайте. А потом мы сделаем то, что делал Зах. Итак, слушайте. Загадали? А теперь сплетите пальцы рук так, чтобы они переплелись. И держите их вот так. И вот он держал очки свои черные. Вот так в пальцах и говорил, а я буду считать до 15, и с каждым счетом ваши пальцы будут слипаться все крепче и крепче. И вы начинаете смотреть сюда внимательно на две точки моих предполагаемых глаз, как говорил Зах. И когда он начинал считать, а вы смотрите, сейчас у вас пальцы сцепляются все больше и больше, скажем, счетом до 15. 1, 2, 3. Больше сцепляются, крепче сжимаются руки, крепче. 3, повторяю, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, крепче сжимаются руки, крепче. 10, повторяю, 11, 12, 13, 14, сжались совсем крепко, 15, и он срывал очки и говорил «спать!». И вы сразу раз, а руки-то у вас связаны, И потом он говорил, а теперь встаньте, пожалуйста, идите ко мне, откройте глаза, Вот я сейчас шлепну вот так вот, и вы глаза открыли, и руки развели. И вот теперь то, что вы задумали заранее, то, что вы загадали, вот посмотрите, в течение 2-3 дней начнет исполняться. Да-да-да, потом мне напишите там в Ютубе под видео, или там в сайте stress.su. Или хасай.ру сайте, или там в школу войдете, там под видео все контакты. Да-да-да, ваше желание начнет исполняться, потому что я сейчас соединил старый опыт великого Феликса Заха. Ну там он внушал, а вы сделали этот тест, вошли в состояние внимания, фиксации внимания, загадав желание. И оно вместо внушения сейчас начало работать. До встречи, друзья!